Твой телеграм-канал будет платный? Да, будет платный. Я так быстро дам. На самом деле это моя ошибка. Есть молодой человек? Нету. Пока еще, но есть симпатия. Сегодня съемка через полчаса, поэтому я тороплюсь немножко. На диете очень похудела. Слушайте, я не называю эту диету, я называю это нормальным питанием. Потому что... Я сейчас просто нормально питаюсь. Стараюсь не есть молочку, глютен. Ты в рот берешь? На этот вопрос я отвечаю только за деньги. Спасибо. Так противно есть? А как надо есть? Скажи, пожалуйста, вам прошу, слушайте, но мой рацион, ну, я стараюсь есть все-таки креветки, курицу и не есть булки и красное мясо. Но периодически оно у меня проскакивает в рационе. Бывает, что у меня проскакивают даже сладости. Но я просто стараюсь их минимизировать. То есть я не совсем исключаю их из своей жизни, но я стараюсь минимизировать и вообще свести к конечному счету к нулю. То есть два раза в неделю у меня все-таки бывает
и хлеб, и бывает сладкое. С кем общаешься из дома 2? Из дома 2 я общаюсь много с кем. Так, ладно, ребятки. Всем спасибо. Всем пока.